Антоха со школы пришел. Сегодня начинаем наш влог аж с 12 часов. Забрала Антошу, сейчас ему сразу же на танцы. Он покушал азбуку, потому что написали, проверили азбуку, потому что написали, что кто-то, у кого-то там две азбуки, да? У С Насти кем, Мироновой. да, с кем Антоша сидит, с девочкой. Так, ну сейчас тогда я скажу, что у тебя есть азбука дома. Так, все, поехали. Гриша в школу, Антоша на танцы. У него сегодня 5 уроков. А у Антоши сегодня посвящение в первоклассники. Нам сегодня в 5 часов идти в музыкальную школу. А где у нас будет праздник? В музыкальной школе на втором этаже. Понимаешь? И что там мы будем Ну, делать? стихи же рассказывать. И еще что? Не знаю, там вам будет концерт еще. Еще что? Так, давай, клади и поехали. А завтра такие же уроки? Да, В да, да. пятницу 4. В пятницу 4 будет? А сегодня сколько? 3? 3. А почему 4? Окружающий мир, кубановедение, пропись и буквально. Угу. Все, поехали. Потеплело, мы опять ходим в футболках, но могу сказать, что тучки зашли, так что вроде бы сегодня на вечер обещают дождь. Посмотрим, где он будет, потому что все равно такая погода, что обещают, а он может где-то рядом пройти, а у нас не будет. Я надеюсь на это. А смотрите, что у меня есть. Баночки. Эти 160 миллилитров, эти 250. Хочу сделать зефир в банке, мармелад и соленую карамель. В общем, буду пробовать, экспериментировать. Сегодня мне вчера купила на стеклозаводе Краснодарском. Вот, на Дзержинского, который находится. И крышечки сразу к ним твист. Банки называются твист. Одна шестигранник, другая четырехгранник. Баночки для соленой карамели. Что-то я теперь продавать будешь? Ну, не знаю. Попробую. Все, давай, мама. Ты играл. Я так и подумала. Все, первого Ты Григория. меня бесишь. Мама, давай, я Спасибо, пешком сынок. Очень дальше. приятно. Света нету в раздевалке почему-то. Сейчас Антоха там в темноте переоденется. Не, Антоха переобулся, вот он сказал. Что я уже переодет. Да. Тут вообще иголок нету, да? Они настоящие, но не Конечно, колючие. настоящие. Но не колючие. Не колючие? Нет, сама попробуй. Я не очень люблю кактусы. Я боюсь, что они потом так болит палец, когда сильно уколят. Нет, Нормальная, да? да, не, попробуй. Вот это нормально. Такой противный. А вот это? Нет, не хочу. А этот еще противный. А вот он и дождик. Пошел. Вот сейчас вот час ровно, без 2 минут. И дождик уже полупило. У меня там белье сохнет. Ну вот как бы. И не высохнет. А прополочится. Ой, господи. Вот, я сейчас уже вижу щавель, он весь мокрый после дождя. А еще к тому же и телек не показывает. Тут просто телевизор, что-то там пишет, слабый сигнал. Я уж не знаю, что с ним такое. Поэтому думаю, что сейчас что-нибудь на ютюбе буду смотреть. Сейчас выберу кого-нибудь. Кого вы, кстати, смотрите? Напишите, кого вы смотрите. Очень интересно. Может быть, и мы на кого-нибудь подсядем. Пока мы смотрим Бестяйкина, Ольгу Баварию, Погребняк. Ну, вот то, что мы смотрим прямо с родителями здесь все вместе. Сашка уже потанцевал. Что там сегодня делали? Новое упражнение? Покажешь? Вот такое, да? Это Маша. Надо в голову. До головы? Резко, да? А плавно опустить. Мам, у меня я это высыпал. Да? Вкусное? Да, вообще. О, я уже уехал.
Мы выехали с Антошкой, едем сейчас в музыкалку. Он тоже же сегодня посвящение в первоклассники, и погода прям желает удачи. Мне кажется, дождь это к чему-то хорошему, да? По-моему, так говорят. Ну, это чтобы мы не расстраивались просто. Нет, наоборот, солнце не расстраивает, а вот, дождь расстраиваться? Может, придут адмиралы? Нет. Может. Болотова Ателина Артемовна. Булатов Евгений Сергеевич. Василенко Максим Александрович. Веденева Виктория Константиновна. Дерес Александра Евгеньевна. Ваниченко Владислав Евгеньевич. Токарь Антон Сергеевич. Дудик Александр Дмитриевич. Ефаров Ярослав Романович. Леньев Матвей Леонидович. Лукашова Марина Александровна. Маручарян Артур Кигранович. Матерасян Гранд Араратович. Марченко Матвей Руславович. Махлаев Кирилл Иванович. Музыка всюду. Улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. Дорогие первоклассники, всегда возлагают учителям большие надежды. Карандаш, ребята.
нашим школьным принадлежностям. Вещи сами не растут. Сделать вещи нужен труд. Карандаш, тетрадь, перо, ручка, ластик, стол, окно. Отец, ребенку всегда говорить молодец. Клянемся. Клянусь я в учебе ребенка не строить. Клянусь вместе с ним иностранный освоить. Клянемся. За двойки клянусь я его не ругать и делать уроки ему помогать. Клянемся. А если нарушу я клятву мою, тогда я последний свой зуб отдаю. Тогда моего обещаю ребенка кормить ежедневно вареной сгущенкой. Тогда идеальным родителем буду и клятвы моей никогда не забуду. Клянемся, клянемся, клянемся. Уважаемая Татьяна Владимировна, разрешите вас поздравить с новой вехой вашего педагогического пути, с очередным первым В-классом набора 2018 года. Учительское сердце. Но с чем его сравнить? На нашем празднике и мои выпускники не только 2018, но еще разных лет присутствуют. Здесь ученики разных лет, которые уже теперь мамы. Конечно же, также без подарков. Все любят подарки на день рождения получают. Пойдем, мальчишки. Не, я Сашу уже нашла. Все, Сашу здесь. Пойдем, Света. Афоня уже забрали его из садика, папа забрал. Я пришел ваш дом проверять. Ты с усами? Да. А ты мешаешь уже чай? Да. Будем сейчас делать чай, да? Чай уже всякого труда. Маме только сахар не надо. Ну, давай. Две ложки. Так, мы завариваем один пакетик на две кружки. Вот такой вот у нас в Пятерочке был по скидке. Эл Грей, это с бергамотом и очень даже вкусный, не чересчур выраженный бергамот. Вот такой вот нежный, прям дети пьют даже. Все, Афоня, сейчас нам сахара. Маме, стрелу. Да? Так, все, Фов? Нет, сейчас потом я буду мешать. Хорошо. Саш.
Дети тут опять занялись термомозаикой. Еще смотрите. Надо такую монету поехать купить. Мы ее в Икее покупали. Да. Надо еще снимите монету. Да, 10 рублей, Антоха, я не знаю, где область ты. Какой-то. Саратовская область. А с какого года? Это наша страна? Ну, конечно, город Саратов. С какого Саратов. Года? Года? Там, где-то 2014. Это долго? 4 года назад. А, Сержуня дал играть детям DVD, ему уже 10 лет, это когда мы дружили с Сержуней, он ко мне ездил на автобусе, и вот это вот DVD смотрел здесь фильмы. И теперь их не играет.